Поводом для совместного выездного совещания депутатов Щелковского городского и районного советов стали постоянные вопросы жителей о том, когда стоит ждать окончания строительства моста на улице Фабричной и реконструкции набережной на правом берегу реки Клязьмы. Тем более, что работы на мосту начались на 4 месяца позже от первоначально запланированного срока. Но отставание удалось сократить. По контракту у нас срок окончания ноябрь 2019 года. Из-за того, что мы сократили сроки отставания первоначальные, и еще на месяц еще сократили. Планируем закончить в октябре. Работы сейчас идут полным ходом. На правом берегу реки уже начали бурить скважины под заливку железобетонных опор моста. На левом берегу пока остается проблема. На пути будущей дороги территория частного собственника. Но в скором времени этот вопрос должны решить. Реализация проекта строительства стоимостью 595 миллионов рублей позволит частично разгрузить центр Щелково от транзитного транспорта, который следует в восточную промзону города и далее в сторону Фрянова. Побывали депутаты и на правом берегу Клязьмы в районе Пролетарского проспекта, где проводится благоустройство набережной. Пешеходная зона здесь пройдет в два яруса. Первый этап реконструкции от нового до старого моста планируется завершить к дню города и района. Второй этап от старого моста до улицы Пушкина к началу ноября. Оба строительных проекта, которые сейчас реализуются в Щелково, стали возможны благодаря целевым программам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и, как следствие, софинансированию из регионального бюджета. По первому вопросу положительная динамика идет, срок, график строительства укладывают строители, вопросов никаких нету. По набережной также мы с вами видим, что работы идут, и к дню города мы ее все-таки получим в виде подарка нашему городу и нашим жителям. Хочется отметить именно то, что мы увидели, и в общем, если сказать в общем, то увидели позитив. Позитив во всем. Позитив в чем? В том, что есть план. И этот план реализуется с опережающими темпами. И это очень приятно. И еще одна приятная новость. До конца этого года частный инвестор обещает полностью привести в порядок старый мост через Клязьму. Сергей Дадыко, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».